Всем привет, с вами канал Гиперобзор, и сейчас вы узнаете, как копировать текст в документ Word без всяких гиперссылок. То есть, когда вы делаете какой-то документ, оформляете, то ли это курсовой, то ли как это работа для университета или школы, вам нужно скопировать текст с Википедии, как это зачастую происходит. Вот, к примеру, вы берете вот таким образом, копируете текст, нажимаете Ctrl-C, переходите в Word, нажимаете Ctrl-V, и вот эти вот всякие гиперссылки, какие-то непонятные символы, вы не можете их сразу удалить, вас это раздражает. Сейчас я вам помогу решить эту проблему. Для этого нужно создать обычный документ текстовый в блокноте. После чего вы сюда копируете текст, который хотите перенести в документ Word. Ctrl-V, далее Ctrl-A, Ctrl-C. И далее мы заходим в Word и копируем этот же текст после блокнота, но он уже будет без всяких гиперссылок и ненужных нам символов. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, лайкайте, и подобных крутых видео, которые будут помогать вам в жизни, будет еще больше. Всем пока!